Так, ну давай теперь попробуем, пока сохнет клей, давайте пушечку сделаем, вот такую. Мне как-то зло принтер отказал, придется все вручную на глаз делать. Ну еще у меня остался вот кусочек вот этой. Я вырезал. Так. Вот и сделал. То, что будет находиться у меня посередине. Я задумал так, чтобы посередине сделать так вот. Такую панель, которая будет все держать. Вот. Сейчас мы ее подточим. Теперь нам надо будет с вами сделать вот эту вот штуку. Надо подумать, как ее лучше сделать, чтобы она была похожа. Ну и от нее уже начнем тут крутить, вертеть всякие нужные нам детальки, окей? Так, вот такую основу мы для пушечки сделали. Из двух теперь. Ну и можно обклеивать теперь сюда и сюда, как она должна быть. Интересно, вот так она гоня. Ну, потом подгоним еще лучше. На этом пока сегодня, может быть, еще поработаем. Завтра мы подготовим. Так, вот такую основу мы для пушечки сделали. Из двух теперь. Ну и можно обклеивать теперь сюда и сюда, как она должна быть. Так, да? Интересно. Так она гоня. Ну, потом подгоним еще лучше. На этом пока сегодня, может быть, еще поработаем. Завтра мы подготовим. Так. 18-й день, а я все ложусь со своей турелью. Не обращать внимание, там бесогонит рыжий. Так. И, короче говоря, бывает иногда, когда ты
мучаешь модель. В итоге она вся грязная, краски в клею, и сделать с ней уже ничего невозможно, она разваливается на глазах. Поэтому я встал почти ночью, да, разодрал ее всю, выбросил. И сейчас буду делать из вот таких кусочков. Вместе склеивать, должно получиться. У меня тут новая приспособа, видите, появилась. Я могу зажимать теперь все, что хочешь. С помощью вот этого. Ну, вот такая. Хорошая прижималка. Ну, а с помощью ее еще точно. Кто не рассмотрел мою прижимуху, то есть вот так она прижимается, тут регулируется выше, больше, сильнее. А здесь она просто на винты сажается. Есть такие, которые на струбцину, но есть вот такие попроще. Ну, мне такие надо, маленькие, попроще. Итак, я сделал вот теперь такую штуку. Так, теперь мне надо, я думаю, что этого мало, надо еще три штуки с каждой стороны. Вот. Как бы я делал здесь так вокруг, но получилось не очень опрятно. Короче говоря, пришлось все переделывать, как вы видите, да? Ну и вот сейчас я еще сделаю для того, чтобы здесь вот не заклеивать этим шпателем. Я думаю, шпателем поправлю, все, не, сразу бросается все это в глаза. Поэтому сейчас еще по три штуки склею, дырочки, или отверстия, как хотите, и вот сюда. А потом уже будем шлифовать, подгонять под форму. Так, вот так выглядит набор этот, чтобы создать объем. Да? Казалось бы, ерундень какая-то, да? Но точка показала, что в принципе идея была правильная. Почему? Потому что смотрите сюда. Вот она. Смотрится хорошо. Остается придать форму. Потом. Я сделал еще вот такой вот наконечничек. И у нас будет хорошая, грубо говоря, дуло. Да? Так что главное, что я цели достиг и в очередной раз нашел решение. Можно, допустим, как можно сделать, если у вас нет цельной, вот из таких вот кусочков, да, потрудиться приходится, но зато получается красивая вещь, не то, что я показывал с самого первого раза. Окей. Ну вот, вроде бы и все, да, можно наклеивать. Давайте попробуем. Так, где моя клеенка?
Ну вот, осталось поклянуть немножечко там, где лишней дырки надел. И после шпаклевки пройтись немножечко наждачкой. Нужно красить. Будет красиво, я думаю. Теперь нужно дверь сделать еще, самую входную, откуда пехотинцы выскакивают. Надо сделать такую удобную входную дверь. Так, это вот так. Тут у меня есть маленькие заклепочки. На мышиные какашки похожи. Ну, такие есть. Так, сейчас приклеим. Вот. Вот такая дверь. Ну вот такая в целом получилась она. Сюда она на бок сюда пойдет. Приклею тоже и буду красить. Или сейчас покрашу, потом приклею. Надо немножко подождать, дать высохнуть. Так. Ну, теперь я приклеил. Покрасил, приклеил. Так. Тут зазор должен быть, потому что она вот так ползает у них. Так, ну что ж, ну в каком мы состоянии? Вот где-то вот в таком. Так. Пушечку тут сделали, здесь эта турель готова. Все, дверь закончили, колесики непривычные для стендовые модели, они еще вращаются. Так, что осталось, ребята? Вот. То есть то, что я обещал раньше, но взялся за другое, решил сделать. Потом это уже в последнюю очередь. То есть заклеить вот этот люк, здесь сделать направляющие для турели и лестницу. Ну и, пожалуй, на этом будет закончено. Сегодня 17-й день, как я это делаю. Что дальше я буду делать? Ну, давайте я вам покажу, какие планы у меня. Я тут по дешевке буквально за 1 евро купил вот такое самосвалище. Они огромные красивые колеса. Видите? Такие замечательные колеса у него. Я сейчас раздумываю над выбором. То есть у меня есть выбор сделать или это SWAT, полицейская машина SWAT, американская под названием Pitbull. И второй, вот этот рисунок, это вездеход.
вот, новый украинский вездеход, можно было бы его сделать. А дело в том, что, ребят, я стараюсь делать то, чего нету. А, то есть то, чего нельзя купить в коробке и просто склеить. И, конечно, мне приходится возиться, поэтому вот я говорю, 17-й день, оно еще не готово. Но зато я учусь. Много и полезно, я надеюсь. Так, ну, а вы пока мне напишите, что бы вы хотели видеть в следующем. Да, одно из двух я буду делать, это точно. Всего вам доброго, друзья. Пока.